доходное место. Сколько получит чиновник? Добрый вечер, в студии Сергей Минаев, программа «Честный понедельник». Расходы российских чиновников поставят под контроль. Такой законопроект поступил в Государственную Думу от президента. Новизна этой меры в двух словах вот в чем. Если расходы слуг народа намного выше их доходов, то придется отвечать по всей строгости закона. Что сказано в предварительной, подчеркиваю, редакции закона, что на генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров возлагается право через суд требовать конфискации всего того имущества и доходов, которые, как установила проверка, были нажиты госслужащим, лицом его замещающим, нечестным путем. Необходимо дать органам прокуратуры, как органам, избранным в качестве координатора этой работы, право, безотносительно позиции начальника, руководителя того или иного органа, проверять законность и соотношение доходов над расходами. Такую поправку мы будем вносить. Снова Александр Вячеславович Шестуну, главе Серпуховского района. Александр Вячеславович, пожалуйста. Ну, для тех, кто не знает, я хочу сказать, что я был главный заявитель по игорному делу, фактически единственное, да, так называемое казино. И все вы помните эту историю, которая была прокручена. Игнатенко сегодня принял решение Минюст переэкстрадировать из Польши в Россию. Так вот, вопрос не как будут проверять, а кто будет проверять. Абсолютно, вот это главный вопрос. Прокуратура, да? Слушайте, я главный заявитель. Вот вы представьте, я главный заявитель. И все строилось на моих показаниях. Прокуратура меня сейчас она сейчас утрамбовывает меня. Поменяли Мохова и Игнатенко, пришел господин Аникин и утрамбовывает меня с утра до вечера, выворачивает наизнанку. Так извините, как мы можем доверять подобной прокуратуре проверке? А кому доверять? О чем речь? Кому? Я предложу вам. Или, например, администрация президента, у них есть контрольная функция, или межведомством, никому силовым органам доверять нельзя. Вот с меня потребовала банда этого Урумов, Игнатенко, Назаров 2 миллиона долларов. А если бы у них еще были функции такие, да, которые возложены, то они потребовали бы не 2, а 5 миллионов долларов. Я только помню, мы это не изменим. Да. И еще вот вопрос. Вот вы представьте, сейчас вообще уже не модно иметь недвижимость в России. Все чиновники, даже среднего уровня, не говоря высшего, покупают себе дома и недвижимость покупают за рубежом. И там вот везде висят люди. Высшие чиновники России, они не связывают себя, будущее и будущее своих детей с Россией. Они все переводят деньги туда. А если сейчас еще больше прижать, то просто будет тотальный увод денег. 100 миллиардов долларов вывозится из России. Все в офшоры, которые вы не проверите никогда в жизни. И это большая проблема. И главное, что еще некому проверять на сегодняшний день. Я полностью согласен с тем, что это необходимо делать. И 20-ю статью конвенции когда-то нужно принять. И президент делает сейчас правильное решение. Но кто и механизм исполнения? Вот главное должно быть решение у нас. Спасибо. Сегодня в студии.